но такое, да, еще раз всегда напоминаю, что когда я читаю о Боге, это, конечно, не о нем, это скорее о религии, может быть, даже неправильном трактовании религии, которую я пытаюсь как-то подкорректировать, показав людям, что, может быть, не все так выглядит, как им кажется. Библейское гласит предание, лишь смерть твои погасит сны, наградой или наказанием он появляется из тьмы. И опустившись на колени, длань к груди твоей прижав, он из души в одно мгновение таинственный рождает сплав. Коли ты был праведен алмаз, в руках Господних засверкает, а если грешен черный страз, на землю он в сердцах бросает. Да, в ада пламени алмаз становится графитом мутным, а он, да что ему до нас, живущих во грехе минутном, хрупка и тленна наша плоть, и управляет ей не разум. Не слишком алчен ли Господь, что собирает лишь алмазы?